Ты другой. Рано или поздно люди начнут бояться тебя. Думаю, если не сопротивляться, возможно, ты им понравишься. Перестанут доставать тебя, называть ненормальным. Пострадаешь или нет? Решайся. Ваш сын – замечательный молодой человек. Меня не удивит, если он больше похож на Эйнштейна, Моцарта, Пикассо, чем на любого из нас. У него невероятно развитые когнитивные способности. Обсессивная личность. Сможет ли ваш сын жить нормальной жизнью? А что в вашем понимании нормальная жизнь? Возможно, он способен на то, что мы даже не можем предположить. Представь, что ты глава картеля Синалоа. Кому ты доверишь перевести свои краденные деньги? Он способен годами не видеть людей и выжить. Представьте, что за секреты скрывает этот парень. Сможет ли ваш сын жить нормальной жизнью? А что в вашем понимании нормальная жизнь? Аудитор. Скоро в кино.